себя. За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый почет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою. Из ветвей напрасно стараться я и с перерезанным горлом. Сегодня увижу восход до развязки своей. Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух, уже повернулся верхушкой своей на восход. За нашей спиною в 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.